такая вот корневая система у хвойных пород. Она идет не в глубину, а вширь. В итоге дерево упало, потому что корням нельзя сейчас зацепиться. А тут уже вон звери ходили, лоси, лосиные следы. Лоси кладали тут что-то. Такие дела. Такие вот корни мощные. Коры много столько. Не знаю, как я буду пилить. Ёлка-то не толстая. Такая средненькая. А корни большие. Вот поэтому хвойные породы деревьев, они больше всех падают. Вот это и есть ветровал. Кстати, упало совсем недавно. Судя по свежим следам. Ладно, приступим, а то мошкара заедает. Зажал пилу. Получилось у меня. Фу. Так вот и бывает. Так, сейчас я его уроню. Будем прибегать к лебедке. Иначе никак. Сдвигать ее надо в сторону. Ее зажало. Невозможно работать, а?
Вот чем хорошо заготавливать дрова на второй половине августа, в сентябре, тем, что там нет ни оводов, ни мошкары. И хорошо так. А сейчас июль. Много мошкары в лесу. Приходится применять всякие брызгалки, мазюкалки эти против мошкары. Ну, сегодня хоть погода пасмурная, не так жарко, как... Поэтому я и поехал. В жару я бы всяко не поехал. Но думаю, надо использовать этот день с пользой. Решил съездить, хотя бы один вазок привезти. Ну, не знаю, хватит мне на вазок-то. Не дает работать мошкара вообще. Сейчас перетаскаю, сложу. Сколько? И поеду дальше. Там еще елки лежат. Напилю. Здесь вроде уже больше нету пока. Ну вот, может, там еще есть, но там болотистая местность, я туда не поеду, сяду. И не вытащит меня уже никто. А вон какая-то лежит еще елочка. А, уже кто-то пилил. А вот еще она, недопиленная. Ну, кстати, вот эти вот можно взять. Сухие. Брошенные, никто не взял. И вот этот ствол. Этот уже ствол, наверное, года два лежит. Судя по тому, как выглядит он. Там еще сушины стоят. Но туда никак не проехать. Вон там. Ну вот. Приехали. Все, на сегодня все. На сегодня хватит. Мошкара не дает работать. Надо в прохладные дни, когда мошкары нету. Ну, в принципе, вот. Тут уже сейчас еще это добью и вот как раз вровень. Но надо будет еще раза 2-3 съездить, чтобы был запас. Напомню для тех, кто задает вопросы, почему вы не полите дрова, а сразу складываете очурками. Но я уже упоминал в прошлогодних еще роликах, в общем, старых роликах, многие, наверное, не смотрели их даже. Если интересно, отмотайте назад прошлогодние ролики, посмотрите, там все ответы есть по поводу дров. Но нам так удобнее, потому что у нас не печь, у нас дровяной котел, и дровяной котел... Ну, вот, например, вот такие дрова мы уже не колем. Он съедает вот такие чурочки. Съедает даже вот такие чурочки. Не надо эти колоть даже. Вот. Ну, а большие на две, на три части раскалываем, и все. Этого достаточно. И зимой времени побольше. Зимой я этим и занимаюсь. Наколол дня на 3-4. Истопил. Ну, и там уже зависит от погоды, от температуры на улице. Если более теплая температура, дров поменьше уходит. Если морозно, дров побольше уходит. Ну, естественно, и колоть или поменьше, или побольше. Ну, в двух словах сказать, нам так удобней. Вот и все.